Идея создать файл Worldwide нам пришла после 15 лет работы для больших корпораций, для которых мы защищали бренды, регистрировали товарные знаки, защищали изобретения, подавали заявки на патенты, регистрировали новые юрлица в разных странах. Мы работали в более 100 странах мира. И мы отработали схему настолько, что мы смогли автоматизировать весь процесс, чтобы он был эффективным, недорогим и очень качественным. И мы решили поделиться этой системой с малым и средним бизнесом, кто хочет развиваться в других странах и защищать свои активы там. Для того, чтобы защитить ваш бренд, вам нужно просто подать заявку на товарный знак, выбрать одну или несколько стран, где вы хотите защитить ваш бренд, написать email, нажать «Подать заявку сейчас», откроется форма, где вы пишете ваше имя, фамилию, адрес, телефон. И потом вы просто прикрепляете либо картинку с логотипом, или пишете название вашего бренда, и продукты или услуги, которые вы будете продавать под вашим брендом в этой стране. Нажимаете «Рассчитать стоимость», если вас все устраивает, вы подаете вашу заявку. Оплачиваете, и она уходит. В принципе, все. И на самом деле вы это можете сделать для любого актива, который вам важен. Если у вас есть изобретение, точно так же заполняйте форму. Я покажу внизу на следующем видео, как можно защитить ваше изобретение патентом через нашу услугу, без того, чтобы писать целую заявку на 100 страниц, заявку на патент. Если вы хотите открыть новое юрлицо фактически в любой стране, вы также заполняете форму, нажимаете «ОК». И самое интересное, что вы все можете сделать на русском языке. И даже если в этой стране люди не говорят на русском, наши переводчики и наши эксперты все подготовят на языке этой страны и все подадут. Наша схема настолько отработана, что вам больше ничего не нужно будет делать. Просто сейчас заполните форму на тот актив, который вам нужно защитить, нажмите на кнопку «Подать», и все, вы сделали это.